Привет, друзья! Это снова я. Я вас очень рада видеть. Думаю, что многие из вас тоже будут рады мне. Я долго не снимала влогов, именно разговорных, таких обычных, повседневных, домашних. И получала много комментариев в Инстаграм и в WhatsApp с людьми, с которыми я общаюсь. Спрашивали, куда я пропала, почему я не снимаю видео. И я поняла, что некоторым людям просто скучают по обычным теплым домашним видео, а ни о чем, ни о ром-турах, ни путешествиях, а обычных болталках. Поэтому я очень уважаю своих подписчиков, людей, которые мне пишут. И мне очень приятно, что вы мне пишете, что вы волнуетесь обо мне и спрашиваете, как у меня дела. И поэтому я решила записать влоговое видео домашнее. Сегодня у нас последние выходные лета. Да, вы можете сказать, алло, Лар, какой конец лета, если сейчас середина сентября? Но я, по-моему, в предыдущих видео рассказывала вам, что в Америке начинается весна и осень в конце сентября, в 20-х числах сентября. Поэтому у вас календарная осень наступает с 1 сентября, а у нас осень наступает с конца, с 20-х чисел сентября. Сегодня у нас влог-пати, то есть это такая вечеринка уличная. Знаете, как в 90-е была реклама Велорибы и Велобаджо, собираются и едят. Вот у нас примерно та же самая тема. Вот я, если будет мне возможность, я обязательно сниму вам, покажу. Это, в принципе, очень мило и по-домашнему, когда мне говорят, что американцы не веселые люди, которые сидят только в своих домах и ничем не интересуются. Это абсолютно неправда. Они супер любопытная нация, им для всего есть дело. Вот. И поэтому это такой отличный повод встретиться с новенькими, познакомиться, узнать, где они живут, чем занимаются, вообще, какие у них какие у них планы на жизнь, есть у них дети, есть у них собаки или кошки, потому что все очень-очень интересно. У нас город очень маленький. Наш город, в котором я живу, всего население 30 тысяч населения, по-моему, там может плюс-минус. Вот поэтому, конечно, здесь все друг друга знают, и когда появляются новенькие, они появляются не очень часто, то самый подходящий и удобный момент – собрать необходимую информацию. Ну и плюс провести время, поесть. Мы собираем по $15, по-моему, с человека на всякие бургеры, на хот-доги. Если плюс мы приносим, каждый приносит что-то такое вкусненькое. Кто сладости, кто фрукты, ну, кто что хочет. Вот, ставятся большие столы и едим. Общаемся и едим. Сейчас покажу вам Ергеновичу. Вот. Поклонники Ергеновича с Инстаграма тоже спрашивают, как у него дела. Все отлично. Толстеет, наглеет, живет прекрасно. Вот, поэтому сейчас у меня еще будет возможность, я маленький кусочек вам сниму. Покажу, как это проходит. Расскажите мне, если у вас такие, может быть, традиции, собираетесь ли вы с соседями, как вы вообще в ваших странах общаетесь, как поддерживаете связь друг с другом, или, может, вообще не поддерживаете связь, и каждый живет своей жизнью. Мне будет очень интересно. А еще я хотела попросить, так как я очень давно не снимала влоги, разучилась это делать, может, у меня все получится коряво, поэтому, пожалуйста, строго не судите. И, ну, те, кто ждали моих влогов, я думаю, что вы меня примите такая, какая я есть, и будет все нормально. Вот. Напишите в комментариях вопросы, если у вас есть какие-то, может, вопросы, или, может, вы хотите меня что-то спросить. Если будет какой-нибудь интересный вопрос, я сделаю отдельное видео, потому что, так как я давно не снимала, для меня уже сложно опять стартануть и вернуться в ютубную жизнь. Поэтому, если вы мне поможете, так будет очень здорово. Сразу скажу, что на политические вопросы я не отвечаю. Не отвечаю и не собираюсь эту вообще тему поднимать. У меня мирный канал, и все, и точка. Никакой политики и никакого национализма. Все. Я думаю, что вы меня поймете. Кому не нравится, мне очень жаль.
Но плакать по вам не буду, отписывайтесь, друзья мои. Я принципиально свой канал сейчас не монетизирую, поэтому оставляю его для души, для людей, которые меня давно знают, с которым хочется видеть мои видео. Я рада любому человеку, вне зависимости от национальности, вероисповедания и цвета кожи, разрез глаз. Если вы приходите с добром, я вам рада. Вот. Поэтому я жду ваших комментариев. Сейчас, может быть, получится сниму маленький такой отрезочек, нарезочку, может, если получится, как-то все выглядит в нашей деревеньке. И до новых видео. Пока. Поддержите меня, пожалуйста, лайком и комментариями. Мне будет очень-очень приятно. И это может меня простимулировать на новые видео. До новых встреч. Пока. Ну что, друзья, стартанули. Это моя инстаграмная улица, которую часто показываю в сторис, которая так вам нравится. Многие мои подписчики из инстаграм говорят, эта улица напоминает улицу из «Отчаянных домохозяек». Да, что-то есть, но только «Отчаянные домохозяйки» снимались в Калифорнии, а у нас в Нью-Джерси. Смотрите, как красиво. Вот такая у нас осень. Мы почти подошли. Видите, здесь стоят такие переграждения. Это сделали специально. Привезли полицейские, потому что было согласовано с администрацией города. Делается это с целью того, чтобы здесь не проезжали машины и чтобы ничего не мешало для вечеринок, чтобы все было безопасно, потому что будут дети, будут, возможно, люди с собаками. И это не очень будет хорошо, если случится какой-нибудь рядом моментик. Вот там вот стоят уже столы. Видите, такие шатры. Каждый подходит, берет, что ему хочется, общается. И эта вечеринка направлена на то, чтобы люди не чувствовали себя одинокими, чтобы знали, что вокруг них есть друзья. И люди, когда не чувствуют себя одинокими, им проще раскрываться. А в Америке очень не хватает общения, поэтому проводятся вот такие вот вечеринки. Видите? Здесь был стол, здесь сидели дети старшие и развлекали малышей. Там делали такие татуировки, все остальное. И вот так вот выглядит эта вечеринка. Смотрите, играет музыка, люди тусят. Вот так вот.